Так, девчонки, мальчишки, всем большой привет. Ой, вот и летушка наступила. В общем, такая красота. Я в белой футболочке по случаю. Мы сейчас в магазине ходим в связи с летом в красных футболочках. Я, знаете, хотела видео снять и хотела красную футболочку. У меня есть такая симпатичная футболочка, которую я люблю. Хотела одеть эту кофточку красную, но такая она футболочка все-таки. И так уж я думаю, сниму видео в этой футболочке своей. И прям рука потянулась ее одеть, потом, ну, господи, как на работу, прям накрасилась, одеваюсь, как на работу, вся в красном, думаю, нет, нет, стоп, стоп, братюнь, нет, думаю, не буду, одену беленькую, как бы, лето, вот. А у нее вот, вам не видно, у нее такой, вот видите, тут вот декольте, такой вырез прямо глубокий и кармашек есть, вот. Ладно, лирика закончена, сегодня будет видео про, решила вам про сыворотки снять. Слушайте, вы не подождите, про сыворотки поговорим. Не поверите, у меня тут такая стоит сумка, вот думаю сейчас показать, приколоть вас. Слушайте, сейчас покажу вам эту сумку, это, знаете, реквизит к видео, сейчас покажу. Сейчас похихикаем вместе. О! Такая, знаете, помните, раньше были такие рисовые китайские сумки, ну кто помнит? А сейчас такие вот сумки из этих продуктовых магазинов. Внимание, вот одна из этих продуктовых сумок, и в ней, сейчас покажу вам просто, ребят, и что в ней, и в ней вот так вот лежит, вот так вот, реквизит к видео, это знаете, что лежит, такой будет анонс к следующему видео, которое, может быть, я сниму подряд вот прям за этим, сейчас покажу вам, это что у Лиман в косметичке, помните, обещал ролик, вот это раз, вот так вот я ее пытаюсь закрывать. Вот. В общем, ой, сейчас, чтобы все не упало. Так, ну и тут еще. И тут еще. Вот, короче, тут мои косметички, которые я вот сниму вам в следующем ролике. Вот. Так что это был такой прикольный анонс, чтобы вы видели, как я готовлюсь, вот с какими сумками я поднимаюсь на второй этаж, готовлюсь к роликам. Ладно, ну сегодня про сыворотки. Итак, начнем. Ну, прям не отходя от кассы. Вот я, наверное, первая сыворотка вот такая у меня будет, я вам ее покажу. Моего любимого оранжевого цвета. Такая прям жизнь. Я, знаете, ее и взяла, наверное, поэтому она такая для меня жизнеутверждающая оранжевого цвета. Я вот прям была на скидках, естественно, в своем магазине, это безусловно, в своем магазине. Вот, я ее взяла. Называется это бустер а-ля витамин С. В общем, сыворотка с витамином С. Бустер – это по-другому сыворотка. Сыворотки, как только мы не называем. Сыворотка и серум, и бустеры у нас тоже сыворотки, да? Поэтому это, по-русски говоря, это сыворотка. Сыворотка от французской марки NovExpert. У меня, кстати, в видео про маску, про что там, про очищение, тоже что-то у меня там было от NovExpert. Пенка, да, пенка была от NovExpert. Вот, и вот это, значит, с витамином С тоже бустер. Вот он, 30 мл, вот такой вот самый обычный. Знаете что, почему его взяла? Ну вот, кстати говоря, да, встряхиваем, да, девчонки, знаем, мы всегда встряхиваем эти сыворотки. Вот, вот сейчас смотрите, так раз на руку выжму, он вот такой вот. Он мне очень напоминает вот этот вот, вот этот бустер, вот эта как бы сыворотка. Так вот она, надеюсь, что видно вам. Знаете, она мне по своей текстуре очень напоминает вот эту вот дорогущую и многими нами любимую сыворотку от Estee Lauder. Та, которая безумных денег, по-моему, всегда стоит, и чем дальше, тем дороже. Advanced Night... Без очков, конечно, туго. Repair, да? Advanced Night Repair. По-моему, все так. Вот, вот это вот, вот такая у меня малышка есть. Ну, ее там практически уже нет. Вот так вот по текстуре. Я просто ее показала, взяла в ряд, ну, как бы, да, сывороток тех, которых я люблю. Поэтому я еще не скажу два слова. Так вот, вот этот вот NovExpert мне напоминает вот именно этот оранжевый. Потому что в серии этой марки несколько сывороток. Там есть сыворотка с гиалуроновой кислотой, которую я, кстати, купила своему Галюсику. Вот сейчас она пользуется этой сывороткой с гиалуронкой. Я скажу два слова о ней попозже. Показать не покажу, потому что она дома у мамы. Но скажу. И вот у меня вот такая, и потом еще покажу вам. Очень-очень похожа. Текстура такая же, знаете, такая же вот прям маслянисто-желтоватого цвета. Но она... Очень легкая при этом. То есть так же, как и вот, вот это вот от Estee Lauder, она моментально впитывается в кожу, не оставляет никаких жирных следов, никакого блеска.
Вот. Ну и потом витамин С, мы с вами все знаем, он помогает, он, да, мощнейший антиоксидант, он просто нам помогает в борьбе, естественно, за нашу молодость. Вот. Поэтому вот такую вот я ее взяла за 1999 рублей по скидке. И пользуюсь ей, значит, я, знаете, как ей пользуюсь? Я стараюсь ей, вернее, не стараюсь, я пользуюсь ей летом и весной, вот как бы в такое время года. И вот на более холодное время года я предпочитаю другую сыворотку, я вам сейчас тоже покажу какую. И я, кстати говоря, пользуюсь, мне все равно, я могу утром, даже вот, наверное, я так и делаю, как, без разницы, когда утром, если я нанесла вот это, например, да, я на ночь наношу что-нибудь другое. Вот сейчас покажу. На ночь наношу, например, если чувствую, что надо, чтобы немножко подпиталась моя кожа, да, надо как-то немножечко ее вот прям пропитать, я использую другую сыворотку вот от того же нового эксперта, вот такую вот, сейчас покажу вам. Вот, это еще одна сыворотка, опять же по скидке у меня, и также называется бустер, серум бустер с 5 омега-кислотами. Вот такая вот баночка. Все в черном стекле. У нового эксперта мне что нравится, у него вот, видите, они так продуманно делают свои вот эти вот сыворотки, что у них прям все вот запечатано и так пипеточкой или дозатором сделано. Чем нравится вот это? То есть 5 омега-кислот. Эта сыворотка призвана питать, и, ну, даже не столько увлажнять, сколько увлажнять само собой, питать нашу кожу. Так как у меня, помните, да, 100 раз говорила, кожа сухая, лифтинговая, как мы теперь уже говорим, да, лифтинговая, сухая и чувствительная, то мне, короче говоря, вот это вот то, что мне надо. Я просто ее вот этим вот маслечком, можно сказать, да, питаю вот как могу. Сейчас я покажу вам его по текстуре. Сейчас капну на себя. Вот так вот капаю, да. 5 сек, а то сейчас я на штаны накапаю. Вот, и вот оно прям, и оно также прям моментально, сейчас я размажу, впитывается в руку, в кожу. Хотите в руку, хотите в ногу, кто куда, я не знаю, может быть, нам и вам можно что-то там еще, да, подпитать, поэтому куда хотите, туда и капайте. Вот, ну, наверное, все-таки мы про лицо говорим. Вот, в общем, короче говоря, смотрите, вот следа и нету, то есть моментально. Ну, а потом, естественно, я в любом случае, я кладу свой дневной или там ночной крем обязательно. Вот, что хочу сказать, вот эта штука пахнет, знаете, какими-то пекарскими вкусняшками. Она пахнет, у нее, если бы мы говорили про ароматы, то у этой сыворотки есть аромат, он такой, знаете, гурманский. Он сладенький и какой-то напоминает мне, вот когда булочки пекут, какую-то выпечку. Вот что-то связанное с ванилином и какими-то коричкой, вкусняшками. Шоколадом, может быть, вот что-то такое. Вот так вот пахнет вот эта вот штука, вот это маслечко. И вот я его и осенью, и зимой, и вот, соответственно, даже вот сейчас, я, по-моему, вчера вечером я капала его себе на ночь под крем. Потому что, ну, пришла с работы и думаю, надо, что-то как-то я устала, думаю, надо, в общем, подпитаться. Вот, кстати говоря, вот это, я сейчас даже понюхала ее, вот это практически не имеет запаха. То есть она пахнет, ну, и она имеет, конечно, небольшой такой, ну, не знаю, ну, если придираться, ну, что-то такое небольшую отдушинку имеет, но не сильно. Это для тех, кто вот трепетно относится к запахам. То есть как бы так вот, вот пахнет, но не раздражающе и никак, помните, я рассказывала, когда про пенку говорила, которую я умываюсь с пилинговым эффектом, она пахнет прям вот таким хлором и аккуратно тем, кто не любит. Это пахнет все нормально. Вот, поэтому вот как раз для тех, у кого сухая, зрелая кожа, очень рекомендуется вот это с 5 что там, кислотами, да, с 5, да, 5 омега, Вот, вот эта вот штука очень рекомендуется. Вот. Дальше что еще? Еще я, например, если утром использовала вот эту, то я могу вечером вместо вот этой вот, я могу использовать вот такую штуку. Это, конечно, не сыворотка, это, наверное, эссенция скорее. Вот такая вот коллагеновая эссенция от корейцев Max Clinic. Корейская марка Max Clinic. И тоже, помните, ну, кто не помнит, посмотрите, если вам интересно, в видео про мое очищение. Я рассказывала, у меня гидрофильное масло, то есть умывалка от корейцев, вот от этих же, от Max Clinic. И вот от них же сейчас опять на скидках на наших я приобрела вот такой вот коллаген.
Вот, что это такое? В общем, банка здоровая, такая, не знаю даже, но она, мне кажется, это не стекло, а или под стекло, или, может быть, такое плотное, толстое стекло. Вот, не пойму, или это пластик сейчас такой делают. Короче, какое-то хорошее качественное стекло, пластик. Здесь, да, по-моему, 150, да, 150 миллилитров. И сделана эта эссенция вот в таком вот, смотрите, желеобразном виде. То есть, опять же, мы ее как следует вот так вот стряхнем перед применением. И вы увидите близко, смотрите, там вот такие коллагеновые, да, будем так говорить, коллагеновые такие вкрапления. Очень красиво смотрится. И так прям прикольное такое желе вот с этими вкраплениями. Когда открываю крышку, здесь вот еще такая маленькая пробка. И вот уже, вот сейчас я открою вам эту пробку, сейчас пробочку такую открываем. И оно там, знаете, оно не льется, а оно высыпается, ну, как бы, как сказать, типа как высыпается, ну, сейчас покажу, вот так вот, то есть как бы даже не высыпается, а вытряхивается, вот даже, вот, видите, и выглядит такими вот снежными комочками, вот они, эти комочки, вот, вот так вот покажу вам, вот эти комочки, все, которые мы, соответственно, вот так вот в лицо, как обычно, втираем, и они, согреваясь на коже, они вот так вот у нас растворяются. Я это делаю, ну, коллаген, мы все знаем, зачем нужен коллаген, да, поэтому, естественно, я его делаю как бы на ночь для, опять, под крем, или на сыворотку, или вместо сыворотки, но под крем в любом случае. Я вот себе полностью, да, обрабатываю, мажу лицо, накладываю на лицо, и еще, девчонки, мальчишки, на шею и на вот эти декольте. На декольтушки свои я тоже, прям такая удачная футболочка, усю декольте показала. Вот, короче говоря, я везде этот коллаген, где только могу, вот везде накладываю, и надеюсь, что он мне там укрепит овал лица, да, не даст там растянуться моим этим коллагено-эластановым, эластиновым волокнам, вот, и, в общем, все у нас будет как бы, да, вот не тут, а нарушая все законы гравитации, у нас все останется вот тут, да, там, где положено ему остаться, вот, ну, короче говоря, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала, да, ну вот я, видите, утешаю себя вот такими вот всякими штуками на скидках, вот, благо, девчонки, мне на ипотеку копить не надо, ну, в смысле, не было бы, конечно, худо, но копить на ипотеку, но я уже сейчас не буду этим заморачиваться, как говорится, вот, поэтому уже что есть, с тем и останусь. Поэтому деньги я вместо того, чтобы балдыня копить, я их вкладываю. Вкладываю в лучший банк этого мира, в себя. В себя. Ладно, дальше, поехали дальше. Пошутили, поехали. Вот, ну и так, возвращаясь... да, нет, сейчас еще два слова про эту эссенцию. Поэтому, короче говоря, вот нравится мне эта штука. Я буду надеяться, что она все-таки работает. Она такая приятная. Опять же, очень быстро впитывается в кожу. Ничего нигде не... то есть ощущения самые приятные. Вот, ничего нигде не закупоривает. Моментально впиталась. Я крем сверху свой там ночной какой-нибудь положила. Все. И до утра прям... с большим удовольствием все. И я говорю еще раз, конечно, да, шею и декольте. И, кстати, на шею и декольте после этого коллагена, после этой эссенции, она все равно идет как увлажняющая, да, и, ну, как бы коллагеновая, да, я сверху все равно еще обязательно мажу кремом все это дело. Вот. Теперь все-таки два слова про Estee Lauder. Estee Lauder, вы знаете, стоит ли она своих денег? Вопрос. У меня вот все равно вопрос большой. И я вижу в нашем магазине женщин, девушек, которые, знаете, прям маниакально только Estee Lauder. Вот они вот ходят, ждут скидок или там, допустим, ну, покупают только вот этот вот, вот эту сыворотку от Estee Lauder. Я не очень, я, как сказать, вот, я помню, первую сыворотку мне подарила дочь от Estee Lauder. Она как раз, это были в те годы, как раз недавние, когда я вообще ничем не пользовалась.
Вот, и помню, что она, по-моему, пошла работать, и на первую зарплату, не на первую она мне купила ювелирное украшение, там, дорогое, а как бы потом, как-то на какой-то праздник-то, не помню какой, она мне купила вот на Новый год или день рождения, может, не знаю. Она мне купила сыворотку от Estée Lauder, еще говорит, мам, только пользуйся. Говорит, прям умоляю тебя, пользуйся. Типа я, говорит, из консультанта в магазине всю душу вытрясла, что вот маме надо что-то хорошее, прям вот хорошее, чтобы работало, что вы можете предложить. И мама, она говорит, в конце концов, она дорогая, пользуйся. А я как бы тогда, знаете, это, ну, только она мне большую версию подарила, естественно, да, вот это вот как бы не эту мелкашку. Вот, а я что-то так это, я даже не удосужилась, помню, не в интернете прочитать, что это, ну, я Estée Lauder, я, конечно, знаю, как марку знала, вот, ну, так пользовалась, потому что, знаете, дочь подарила, как бы надо уважить, вот из этой серии, то есть без всякого энтузиазма, вот так, скажу честно. Вот, ну, и что, пропользовалась нормально, ну, как бы мне лет было меньше, и я не могу вам сказать, что я увидела какой-то бешеный эффект, вот правда. Поэтому сейчас, когда я уже глубоко в теме и углубляюсь в нее еще больше, я, ну, как бы мне подарили вот эту, да, миниатюрку. Я, конечно, ее практически всю, я сейчас вам покажу, выпользовала. Там осталось, наверное, для видео немножечко я оставила. Ну, в целом и все. Но покупать за такие деньги каждый раз, вот знаете, маниакально гоняясь только за скидкой на этот продукт, я не буду. Вот есть прекрасные сыворотки, честно, другие. И потом я в целом, ну, в этом смысле я, если в еде я какой-то консерватор, вот в еде и в чем-то, ну, не знаю, во многих вещах в жизни я консервативный, наверное, человек. То есть, ну, да, неважно. А вот в этом деле я как раз такой вот больше, наверное, экспериментатор, как ни странно. И я хочу попробовать разные ароматы, если это касается парфюмерии, разные кремы, разную косметику, разные помады, разные от дешевого, дорогого, там, какого-то еще там низшего бренда. Ну, то есть я не могу вот так вот одним пользоваться и все, пробуем. Ну, пробуем, ну, вы все знаете, это вот так надо делать, просто потому что там уже как бы каюк. Каюк, не знаю, видно, да, видно. И вот смотрите, если я сейчас нанесу рядом вот этот свой от этого, от нового эксперта, вы разницы не заметите, уверяю вас. Вот. Ну, кстати, она практически вообще ничем не пахнет, вот от Estée Lauder, эта сыворотка. Приятная, да, очень приятная, ничего не могу сказать. Хорошая, все. Если бы мне еще кто-то подарил эту сыворотку, да, я бы не отказалась. Ну, может, на скидках там за разумные деньги я бы ее тоже снова приобрела. Вот. Но спокойно, не фанатею. Ну, как бы, да, всем рекомендую тоже абсолютно ровно на том же уровне, как и остальные свои средства. Вот так вот. Я не могу сказать, что она на первом месте, все остальные на втором. Нет. Говорю, для этого надо почувствовать что-то колоссальное, я не почувствовала. Итак, и еще одна у меня такая есть очень простенькая, наверное, сыворотка. Вот, она вот прям в таком флаконе. Я все давным-давно собиралась снять это видео про косметику марки Рефан, про болгарскую косметику. Особенно всегда стараюсь, когда вот я там в Болгарии нахожусь, покупаю, покупаю, покупаю вам все, да, вот для видео, и ничего нифига не снимаю. У меня сейчас лежат вот коробка целая с ароматами, которые я, с ароматами розы. Я там покупала, по-моему, 6 ароматов розы разных. И не сняла вам это видео до сих пор, к стыду своему. Также я купила там кремы, уже мы с Галюсиком практически все выпользовали. И девчонкам там подарила, своим знакомым, и там, ну, кто просил у меня привезти. Представляете, и так я вам и ничего не сняла. Вот такая вот я нехорошая. А слушайте, но вот эту сыворотку я купила себе, и я ее практически, смотрите, довела до предела. Вот, оставила, осталось у меня просто прям чуть-чуть. Вот в этом году я ее начала пользоваться в сентябре, ну, как приехала. Вот, от марки Рефан. Слушайте, сыворотка, я, блин, без очков, естественно, тут на крышке все написано, но я ничего не помню, ничего вам не разберу сейчас. Вот, я просто ничего не вижу, ни одной буквы. Поэтому только помню, как называется марка. Ну, там серия, там же разные серии. В каждой серии у Рефан там с розой серия, там с маслом, с каким-то органовым, допустим, серия, еще там с чем-то серия, с лавандой. А я не знаю, с чем у меня эта серия. Может, под видео подпишу. Короче, снимается колпачок, вот такая вот штучка, всем нам привычная. И надо эту сыворотку вот так наносить. Вот так вот. Слушайте, ну, мне кажется, может, это хорошо. Мне вот это как раз вот этот момент не очень понравился, потому что, ну, как-то мне вот так вот, знаете, на лицо, может, оно и ничего.
Не знаю даже. Просто с пипетками вот мне как-то удобнее. Но это лично мне. Я, знаете, что делаю? Я вот так вот не делаю себе. Я себе делаю на руку. Вот я вот так на пальцы ее раз. И потом, ну, как бы руками ее разношу. Вот так я делаю. Слушайте, она тоже практически, как и стилаудер, не имеет никакого запаха. Вот эта сыворотка. Вот такая же быстро впитывается. Но я чувствую, она более жирновата. То есть она более маслянистая для меня вот так визуально, чем все предыдущие сыворотки. Вот. Я не знаю, это хорошо это или плохо. Просто говорю как факт. Но она вполне меня устраивает тоже. Я ничего плохого, знаете, даже сказать, не, даже придраться я не могу ни к одной из вот сывороток, которые я вам показала. Нет каких-то, все какие-то моменты стараются рассказать, там, плюсы и минусы. Слушайте, а я не могу, у меня плюс-то есть, а у меня минусов нету. Так что вот, ребят, решайте сами, там, да, надо вам что-то, не надо. Стоит она, конечно, дешевле, чем вот все то, что я вам показала. Если я найду там цену или что-то вообще найду по линейку вот этого рифановского, вот этой сыворотки, то я вам, конечно, под видео подпишу. Вот. Я не обещаю, наверное, вставлять фотки или там какие-то крупные планы вот своих средств. Я только подпишу, что как называется. Наверное, вот так, потому что, ребят, вышла на работу вот после этого карантина. Реально, некогда, вообще некогда. Тут некогда просто себя даже увидеть. Погулять в такую хорошую погоду некогда. Ну, ничего некогда. Спортом позаниматься, блин, руки уже вообще обвисли. Ну, блин, полная катастрофа. Поэтому, как бы, да, не буду делать красивых видео, просто буду делать, стараться информативные видео. Скорее так, или какие-нибудь веселые поболтушки для души. Все, на сегодня все. Про сыворотки вам рассказала вот свои. Я, может, запросто какую-нибудь забыла, например, у тебя где-нибудь там в шкафу или в ванной. Запросто. У меня так бывает. Начну пользоваться, потом, ну, много их поставлю куда-то и забуду. Потом найду, обнаружу, а видео уже снято. Запросто может быть и так. Но пока раз, два, три, четыре, про пять средств вот своих, которые у меня точно стоят в шкафчике, и я прям одну за одной вот так циклично пользую, я вам рассказала. Кстати говоря, вот это уже все. Вот это у меня, по-моему, скоро Бобик сдохнет. Она прям вот уже к концу подошла. То есть скоро вот этому придет конец. Мне кажется, на несколько раз прям буквально и все. Вот, вот тут у меня много, много. Вот прям много. Все, вот эти две заканчиваются. Поэтому я, наверное... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, там стекло такое, знаете, добротное. Вот у этой болгарской сыворотки она у меня сколько падает, ни разу не разбилась. Вот. А так всегда падает громко. Не знаю, может, я себе еще какую-то сыворотку, если будет, может, какая-нибудь интересная акция, может быть, я себе еще какую-то приобрету сыворотку, расскажу вам. У меня я как всадник без головы. Все, на сегодня все. Давайте сейчас вот эту выключу и начну вам снимать, что у Лиман в косметичке. Ладно, все. А или по болтушке, как пойдет. Все.